Привет, ребятки! Вот иду я с медосмотра в медпрофи. Проходил медосмотр. Еще осталось мне сдать кое-какие анализы. И на этом все. Медосмотр, конечно, для галочки просто проходим. Ну, допустим, стоматолог не смотрит, лор не смотрит. Просто платишь деньги и... Да, вы сейчас скажете, ну, надо же быстрее сделать все, а ты как хотела. Медосмотр есть, медосмотр. А с другой стороны, ребят, у меня возможность проверить здоровье, допустим, один раз в году. Почему я прихожу к врачу, а он мне не смотрит, а просто ставит галочку. Я искренне вообще сочувствую этим людям, которые там работают, потому что... Не, ну, конечно, ради денег, да. Ну, я вот думаю, вот он сидит целый день, просто ставит печать. То есть он по профессии-то по своей не работает, этот врач. Единственное, кто там у них, куда я иду, все, конечно, догадались. Единственное, там у них справляется хорошо, я так поняла, гинеколог, потому что она, естественно, берет мазки. Потом электрокардиограмму, рентгенолог. Вот, а все остальные так для галочки. Не смотрят, просто ставят. Все, пошла. Вот. Ну, потом еще к терапевту надо будет сходить, конечно. Ладно, что, пойдемте в Макдональдс. Так, ну что, сделала я заказ. Взяла двойной чизбургер и еще какие-то палочки грик чиз сырные с чесночным соусом. О, вот и мой заказ уже готов, идемте. Ну что, давайте посмотрим, что за палочки такие. Первый раз беру. Посмотрите, всего лишь 3 штучки. Они такие криспи. И вот чесночный соус, ну как обычно. Ну что, давайте попробуем, что за палочка такая. Ну как? Очень вкусно. Очень нежные. И с чесночным соусом прям самое то. Понравились. Кстати, вы знаете, я весной, на 8 марта, делала сырные шарики. Но я еще не показывала вам. Канал еще тогда у меня немножечко заброшенный был. Но это очень легко. Легко сделать. Что-то меня не видно. В общем, берете сыр, натираете его на крупной терке, добавляете зелень, например. Ну, все, что вы хотите. И мука туда, по-моему, еще идет. В общем, погуглите, это очень легко. И в кипящее масло формируйте шарики и с кипящим маслом их кидаете. Обалденно. Это двойной чизбургер. Не изменяй своим традициям. Не изменяй своим родителям по традициям поправляться. Ой. Миша с папой ушли в бассейн плавать. А я немножечко гуляю. Я поймала себя на мысли, что за все лето я первый раз вот так вот куда-то вышла. Просто сама, одна. А лето-то уже заканчивается. Опять начинается работа. Ведь не могу столько булок. Да, слишком. Опять начинается работа. Опять начинается загруз. Вот так вот. Хотел попить. Я не стала покупать. О, как бы мне вас поставить-то? Слушайте, что мне купить?
что мне купить, чтобы поставить телефон нормально, а? Никак не получается. Не стала я пить, покупать. Зачем? Если у меня есть. Так что вот так вот. Не хочется на работу. Мне кажется, я нисколько не отдохнула. Очень тяжело у меня напряженный график был в прошлом году. И по субботам работала. И Мишу с собой брала. Это было просто нереально. Миша ходил на развивайку в нашей школе. Ну, там у них математика, чтение. А потом я его должна была брать с собой на уроки. Ребенок голодный. Ребенок... Ну, чем он у меня занимался там? Рисовал. У меня было 2 часа. Вы можете себе представить 2 часа? Уроки. То есть суббота с 9 до 12. Булочку давайте дадим. Иди сюда, маленький. Иди сюда, на, маленький. Птички, идите, идите. Ой, ой, ой. Ой, попрошайки, попрошайки. То есть с 9 до 12. И потом до 3. И ребенок все время со мной. Это просто невозможно. Сейчас я вам покажу. Сейчас, смотрите. Иди сюда, иди, маленький, иди сюда. Ой, 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 ой. Ой, ой, они аж дерутся за эту булку. Глупыши. Ой, глупыши это, глупыши. Ой, голодные. Это да. Маленькие. Отдерутся. В общем, теперь по субботам я работать точно не буду. Это однозначно, потому что я устала, я не могу с собой ребенка таскать в урон своему ребенку. И вообще, вы знаете, надо уметь говорить «нет». И я рада, что я с годами стала просто говорить «нет». Раньше бы согласилась, конечно. Наивняк. На-на-на-на-на. Ой, что-то большие кусочки. Так что, девчонки, отгуливаем последние денечки летние. Так, ну что, пойдем дальше. Хотела в Модис зайти. Идемте посмотрим, может, там что-то новенькое есть. Что, пришли в Модис. Я, кстати, была здесь буквально, когда 2 недели назад. Давайте посмотрим, что там новенького. Может быть, привезли вход только с масками. Без масок сюда точно не пускают. У меня маска есть. Ну, мы, как всегда, идем. Большой размер. 52-58. Нравятся мне такие вот джинсы. Цвет, я имею в виду. И что мы видим? Да ничего. Все то же самое. Абсолютно то же самое. Симпатичное, но прозрачное. Короткая. А это что? Ой, ну слушайте, что это за расцветка такая? Не нравится. Брючки. Вот это мой размер. Но я сразу вижу, что они мне будут короткие. Куртки мне такие не нравятся. Вот симпатичная штучка. Ну-ка. Ну, наверное, нет моего размера. Ага. 54, 56 максимальная. Смотрите. 2999. Ой. Что-то нечетко, да? Смотрите. Вот эта штука мне понравилась. Так. Ну и что еще у нас здесь? Джинсовое платье. О, что-то новенькое.
Сейчас я возьму парочку вещей, померю. Ой, смотрите, какое хорошенькое платье на меня. 100% хлопок. Оно здесь немного приталенное. Чудесно смотрится. Смотрите. Я его куплю. Прелесть. Надо мне уже эти туфельки постирать. Мне нравится. Классно. Все, я вот это возьму. Так, ну что, набрала я, вот думаю, брать это платье или нет. Наверное, я его все-таки возьму. Обожаю в моде рассматривать вот эти мелочевки. Но, кстати, в фикс-прайсе намного выгоднее можно найти. Здесь дороже, конечно. Так, у меня одна рука, поэтому просто вам вот так показываю. Наклеечки. Смотрите, магнитные фигурки. Угу. Классно. Такие есть. Собирать. Видите? Животных. А также есть набор магнитных фигурок с алфавитом. Цена 149 рублей. А это что такое? Развивающая игрушка. Гусеница. Так, ну я так поняла, здесь все детское. А это у нас что такое? Угу, тоже пазлы. Мозаика, смотрите. О, игра «Мафия» за 149. Штампики. А это что? Непонятно. Не могу понять. А, головоломку «Собери куб». Это тоже головоломки. Такие есть. Помните, у нас были в детстве такие? Змейки мы их называли. А это игра «Бродилка». По следам динозавров. Цена 99. Есть такая же «Космическое приключение». Видите, там уже все есть для игры. Тоже 99 рублей всего лишь. Так, что у нас из канцелярии? Ручки на 149. А это набор карандашей с ластиками. Ну и точилочки. Это тоже ластики. Ну, все такое детское. Нет мне рук, чтобы все это потрогать. Просто буду снимать. Эти кружечки я показывала уже. А, это я в Инстаграме показывала в обзоре. Они очень легкие. Ну, цена, смотрите. А мне понравилась вот эта кружка. Magic. Достаточно тяжелая. Такие миленькие есть. С кошками. Смотрите, какой ланчбокс. 249. Баночки. А это мыльница. Так, ну, больше я ничего интересного не вижу. Ночники за 249 здесь. Такие же, как в фикс-прайсе, да, были. За 99. Так, а это тоже за 249, сердечки интересные. Посмотрите, какая прелесть. Так, а здесь что у нас?
Ну все, больше здесь что-то ничего интересного. Корзина для хранения такая маленькая за 199. Окей, ну-ка посмотрим. Окей. Все, идемте, куплю я все-таки это платьишко. Пойдем дальше гулять. Девчонки, хотела вам сказать, что в моде сейчас распродажа, вот смотрите, ну я имею в виду небольших размеров, а даже на обувь, смотрите, от 400, там дальше 500 есть, по 300, некоторые вещи очень красивые, смотрите, и платье, ну конечно, это не мой размер. И здесь мне делать нечего. Да, размера здесь моего нет. Ну, хотя вот мой размер. Может, здесь что-то можно посмотреть. Платье какое-то нашла. Привет, ребят. Вот и вечер. Вышли кататься с Мишей на велосипеде. А у нас, смотрите, какие тучи. О, дождик идет. Обожаю дождик. Такое ощущение, что сейчас гроза начнется. Такие раскаты прям серьезные. А я проехала только 4 километра. Я не каталась 3 дня и не взвешивалась. Ой, все, у нас дождик. Дождик, дождик, дождик. Купил я, в общем, это платье. Миша, брючки и бейсболочку красивую. Прям, знаете, серьезно, там в Одессе очень много скидок. Кто стройненький? Ну как стройненький, там 58 размера есть. Я платье, которое вам показывала, пошла померила, оно мне мало. Завершено километров 4. 4. Длительность 23 минуты 42 ильс. Ой, простите меня за этого робота. Текущая тема 4 минуты 32 ильс на КВ. Вот. Средняя скорость 5 минут вот и 54 на КВ. Вообще размер. Ожидаемое общее время 29 минут 34. Поэтому надо все мерить. Надо все мерить, все пробовать. Сходите, не пожалеете, там очень много интересных. И халатики. А уж новые коллекции. Прекрасные там. Причем я в какой-то программе лояльности зарегистрировала за 25 рублей. Там скидка. Они мне скидку хорошую дали. Кстати, в кабинках очень чисто было в этот раз и в последний раз. Помните, я видео выкладывала? Грязюку там они развели весной. Нет, все чистенько. Все хорошо. Исправились, молодцы. Ой, ладно, пойдем мы домой. Потому что холодно. Точнее, мокро. Дождик, дождик, дождик. Мы, кстати, в воскресенье поедем в Славянское подворье. Погулять там немного. Отвезем друзей, они останутся там с ночевой, а мы просто, говорят, там контактный зоопарк, очень красиво, Волга, где-то в 70 километрах от города. В общем, я вам все покажу, все расскажу и про цены постараюсь узнать, сколько там стоит отдых. Ладно, пока-пока, поехали мы домой.